музыка. Ну, типа, с подругой. Она не пьяна, это... Да, огрызок. Почему такие странные? Ладно. Хоть какие-то вопросы. Спасибо большое за шоколадку. Ребят, я буду подписываться на тех, кто дарит мне подарки. Ну, типа, пробовала, ну... Не пьяна никогда вообще, и один лоток мой. Есть минска, круто. Тебе, Димасик. Нет, я не парю. Парю. Я не курю ничего. Я за города Гродно дарим подарочки, есть печенье за деньги. Да, ребят. Спасибо большое за розочку. Бульбу любишь? Да. Когда говорят Белоруссия. Типа, люди, в каком веке... В 13 веке говорили Белоруссия, типа, вы ни карту не видели, что там уже Беларусь. Ладно, я прощаю этих людей, потому что... Гермион? Спасибо за сравнение. Потому что у меня на карте вот это тоже страна подписана как Белоруссия, а не Беларусь. Деву Марию. Нет, я не смотрела. Беларусь. Господи, не дай бог, картошка есть? Ну да. Спасибо, спасибо. Не, я не смотрела. Картошку копаешь? Да, помогаю бабушке, копаю. Это скорее осенью происходит, чем летом. Я не в классе. Уже. Выпей воды уровень. Ребят, за подарок выпей воды, поэтому... За любой. Даже... Ладно, кроме розочки. Пью воду. Спасибо. Да, ребят, за подарки пью воду. О, не-не-не-не-не, только не это. Вот это можно. Вот это легенда. Это... Спасибо большое за подарочки. В конце стрима подпишусь. Нет. Я там вообще идеальная девушка. Не пью, не курю, не матерюсь вообще. Так еще и... Так, вот. Но, ребят, характер. Характером многие не выводят. Некоторым не нравится мой характер, некоторым нравится, просто они мне не нравятся, поэтому... Идеал. Дом, у меня квартира. Ну, не хочу. Спасибо. Спасибо за подписку. За 5000... Так уже быть, сальтуха будет. Тогда где твой принц? Ну, ребят, нету пока принца на этом белом коне. Пока нету. Жду 14 февраля, вдруг кто-нибудь да и признается. Ну, ребят, такого не случится, потому что каждый год никто не пишет. Даже в новом году никто не написал с Новым годом. Поэтому... Моя любимая. Вот. Спасибо за лайк. Мне уже стерлась помада. Ладно. Короче, через 15 минут начинаю петь. Короче, кто останется, когда я буду петь, только пишите какие-нибудь жестко популярные песни, чтобы я тоже их знала. Либо я вам буду предлагать, потому что я реально мало с этими нравился. Да, обязательно. Это входит в рацион пищи моего парня. Поэтому, ребят, смотрите моего парня, если вы...